Вітаю на Новому Християнському, в ефірі програма «Кулінарний фронт». На нашій кухні ми готуємо страви, які легко та швидко приготувати в польових умовах. Сьогодні це будуть макарони з м'ясом. Для цієї страви нам необхідно макаронні вироби, тушонка, цибуля, морква, олія, сіль, перець та вода. Бойові дії стали неабияким шоком для кожного українця. На початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну багатьом здавалося, що життя призупинилося назавжди. Щодня в наших головах з'являються тривожні думки, а як жити далі і що зі мною буде. Про це та інші теми я говорю із гостями Кулінарного фронту. А це люди, які обрали допомогу та служіння людям, які трапляються на їхньому життєвому шляху. І сьогодні мій гість – волонтер Павло Яковенко. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви до нас прийшли. Спасибо, що пригласили. Скажіть, у вас є улюблена страва? Ну, наверное, как у каждого мужчины, улюблена страва, она такая абстрактная, это мясо. Яке м'ясо? Шашлыки? Я думаю, все, что не связано со свининой. Это говядина, куриное мясо, в любом виде. Я зрозуміла. А у вас немає відразу від тушонки ще з початку війни? Мені здається, що я вже ніколи в житті її не їла. Ви знаєте, на самом деле к тушонке я относился очень хорошо, пока не попробовал ее несколько месяцев подряд. После этого я не знаю, как вам ответить тактично, но, скажем так, тушонку воспринимаю на слово, а на вкус нет. Чим ви займалися з церков'ю? Як ви зустріли війну? В чому була ваша діяльність на початку? Вы знаете, в последний день перед войной мы разъехали с офиса, мы работаем все христиане. И на следующее утро мы уже не встретились. Началась война, и первое, куда я поехал, это в церковь. Церковь, которая находилась в городе Киеве, я там по месту жил. Мы встретились с командой, мы помолились и начали продумывать, как мы будем эвакуировать людей. И в основном первые дни войны это было... Эвакуировать звідки? Непосредственно с города Киева, потому что я там находился, и очень много молодых семей, которые нуждались именно в эвакуации, были там. Я зрозуміла. И все ж таки, до какого решения вы пришли, чем вы начали заниматься, в чем это было? Эвакуируя в Черновцы людей, мы поняли о том, что есть места, которые очень сильно пострадали, и это места наших церквей. То есть наша церковь находится в Ирпене, улица Чехова 1А, называется «Благодать». И там была очень большая нужда. И когда мы приехали туда, мы увидели, что церковь, она имеет право существовать, но она какое-то время была закрыта, потому что все эвакуировались. Мы поняли, что мы не можем сидеть или находиться в городе, сложа руки. Но было очень сложно. Не было никакого света, не было никаких коммуникаций, все магазины были закрыты. Но, к сожалению, при всем при этом... И народа не было в Ирпене, потому что они все были, как бы скажем, за пределами Ирпеня. Но проживая 4 дня непосредственно в церкви, мы начали общаться и встречать людей, и мы не поняли даже, каким образом нашу церковь, как, скажем так, как при параде, большая колонна людей начала приходить, которые нуждались в самом элементарном, это в воде и в пище. Це вже після того, як область була звільнена, так? Да, это было, скажем так, первые дни после того, как ее освободили. Угу. Чи було у вас перечуття, що війна може вийти за межі Донецької та Луганської області? Ви очікували на повномасштабне вторгнення? Ви знаєте, воно якби вірою ти приймав і розумів, що так може бути, але внутрішньо якось вот не було такого. Я, точніше, скажімо так, що це буде, але тільки не сьогодні, тільки не, не в ближайшее время. А ваше життя і ваше рішення би якось змінило, якщо ви знали, що так може бути? Я думаю, что Бог, Он контролирует события, поэтому, может быть, что-то бы изменилось, но думаю, то, что было, и вот как раз мы вошли вот в тот момент, это было самое лучшее, то, что Богом, наверное, было предусмотрено для нас. Ваши очікування від війни співпали з реальністю? Яке ваше було перше враження, коли Вы знаете, я сначала не понимал, что происходит, потому что это было эмоциональное больше восприятие. Но когда начались последствия, начались смерти, началась эвакуация, и плюс еще было задействовано много людей, которых мы не могли какое-то время им никак помочь, я понимал, что это очень страшно, и где-то даже это превзошло мои ожидания. Была какая-то ситуация, какие-то люди, которые на вас справили наибольшее впечатление под час эвакуации?
Да, это были неверующие люди, которые на самом деле, я смотрел в их глаза, я общался с ними, я понимал, что у них есть вера. Вера в то, что им могут помочь. И интересно, когда мы ближе начали общаться, они понимали, что это именно христиане, это та категория людей, которая может им помочь особо. Расскажите про каких-то таких людей, которые вам наибольше запомнились. Ну, это, наверное, были люди, которых мы вывозили при... В том, когда мы начинали их вывозить, они начали собирать с собой животных и всех остальных. И когда я задавал вопрос, почему именно вот эти вот люди, почему вот эти именно животные, они начали мне говорить, мы настолько их любим, что просто не можем без них жить. Но когда речь касалась, и мы по ходу встречали людей, которые тоже нуждались, и нам надо было их везти, они готовы были оставлять, и как бы машины мы набивали, это было сложно. Мы по двое, по трое суток были в пути, приезжали в комендантский час, и нам некуда было обратиться. И интересно, что только церкви Винницы, Белой церкви Хмельницкого были открыты, и мы там получали ночлег. И вот эти люди, которые неверующие, они понимали, что это чудо. И они понимали, что только вот христиане в этот момент, они особенным образом готовы помогать. Кожен, хто бере участь у нинішніх подіях військових, ну так чи інакше, там волонтери чи це капелани, тобто ну, діяльність може бути різною, але все одно кожен собі, мені здається, задав колись таке питання, за що ми воюємо? Ви собі ставите таке питання? Як ви собі відповідаєте? Да, я задавався собі таким вопросом і розумію, що, знаєте, класичний відповідь це буде за свободу. Но тут имеется в виду, наверное, нечто большее, не просто свободу независимости государства, а за свободу выбора, за свободу жизни, за свободу отношений и за правильный выбор в пользу Бога. Потому что Бог, в принципе, Он оставил человеку выбор. И вот этот выбор, он есть у каждого. И, наверное, за это мы воюем, но когда ты... У тебя есть основание духовное и христианское, тогда ты понимаешь, что ты не можешь молчать, оставаться в стороне. И даже когда у тебя иссякают силы, Бог дает их, и ты постоянно находишься вот в таком состоянии как бы, активности. А как вы вважаете, какую моральную ответственность на себе несут взагалі христиане? Что має робити церква в нынешней ситуации? Скажем так, человек взрослеет, когда наберет на себя ответственность. И вот Бог дал большое поручение, да, идите научите. Идите научите, оно, наверное, включает в себя вот то, что будьте там, где есть нужда. И когда ты видишь вот нужду, а она сейчас на каждом месте, и ты понимаешь, что ты не можешь сидеть сложа руки, и это для тебя, скажем так, призыв от Бога, то здесь, наверное, вопросы как бы сами по себе отпадают. Вот за 4 месяца я понимаю, что у меня не было одного даже дня, когда я мог себе позволить просто отдохнуть. И потом спрашиваю себя, откуда берутся эти силы, и ты понимаешь, что только Бог тебе их дает. Як ви, ну, ви стикалися із стресом під час цього всього? Все одно це фізично, емоційно якось впливає на тебе, все, що ти бачиш. Навіть те, що воно постійно були ці обстріли, я пам'ятаю, коли це все тривало в Київській області. Іначе ти спокійно в день мобілізуєшся, і тебе нічого не лякає. Але коли ти ложишся спати і ти чуєш постійні вибухи, це дуже впливало на психіку. Як ви собі допомагали з цим впоратись, із цими от травматичними якимись моментами? Ви знаєте, у мужчини, мабуть, є більш глибоке чувство відповідальності. Я розумів, что, возможно, я даже делаю меньше, чем я должен делать. Потому что некоторые ребята, которых я знаю, они шли воевать, они отстаивали позиции, а я находился в городе, и мне казалось, то, что я делаю, на самом деле, это минимум. И не было времени, наверное, думать о своем состоянии, потому что ты понимаешь, когда всегда есть нужда, телефон не замолкает, ты просыпаешься вот перед комендантским часом, выезжаешь, и во время, на протяжении дня ты делаешь какие-то дела, и приезжаешь уже опять в комендантский час, ты даже об этом не думаешь. А хто з вами був поруч? Розкажіть про свою команду однодумців. Хто, як ви це все? Як ви між собою? Первые две недели я находился абсолютно сам. На протяжении там, дней я встречал своих знакомых, которые помогали. Потом я понял, что я нуждаюсь в поддержке, и самому тяжело. И когда мы уже собрались командой в городе Черновцы, это была такая, скажем, база, в которой находился пастырь, несколько людей из церкви и другие ребята из других церквей, мы поняли, что нам надо объединиться. И вот мы приехали командой в Ирпень, нас было всего лишь 3 человека. И церковь, которая больше там 800 квадратов, мы находились в ней втроем. Но тем не менее, нас троих Бог настолько вот как бы вел, что мы делали такую работу, которую, возможно, не делает даже 20-30 человек.
И я скажу даже больше, это не реклама какая-то человеческих ресурсов, это просто, скажем так, наверное, полное доверие Богу, желание помочь людям, и Бог просто производил вот эти чудеса. Люди сами вас находили? Вы знаете, первое время мы ходили и мы искали людей, потому что люди настолько были запуганы в Ирпене, это, знаете, как дым стоит, нету никаких коммуникаций, ничего не работает, ни света, ни воды. И народ настолько вот под этим всем стеснением просто выходил на улицу, буквально там вздохнуть воздух и опять уходил в свои какие-то места, там, где они находились. И им страшно было выходить. Нам приходилось к ним приходить, с ними общаться, приглашать их в церковь. Потом мы сделали там парикмахерскую, мы выдавали им продовольствие каждый день по несколько раз. Мы сделали на базе церкви скважину, в которой мы могли брать воду и людям отдавать ее сколько угодно круглосуточно. И вот эти все моменты, они побудили народ приходить и друг другу рассказывать о том, что вот церковь, она которая живая, она работает, и здесь не пахнет религией, здесь помогают реально людям. И нам хотелось это делать, потому что мы понимали, как христиане, мы ответственны за вот этот вот народ. А надалі, як ви вважаєте, яка роль церкви в післявоєнних містах? То, что происходит сегодня у нас в церкви, церковь была одна. В момент активных боевых действий практически 60 человек, они выехали. Сейчас церковь в два раза больше выросла за счет того, что много неверующих людей начали ее посещать. Первое время мотивация их не была, это продовольствие и какая-то физическая помощь. Но когда церковь открыта 24 часа в сутки, они могут приходить, заряжать телефоны, общаться, получать духовную помощь, поддержку. У каждого человека есть боль. Если первое время человек голодный, он может как-то себя напитать, то внутреннюю вот эту боль он напитать себя физической пищей не может. И они начинают понимать рано или поздно, что им нужно что-то большее. И когда они в нас начали видеть вот Бога частички, начали читать Библию, и мы вместе с ними начали общаться, мы просто дружить начали, строить вот такие вот отношения, они это увидели, осознали, приняли, и они теперь хотят быть частью церкви. Они к нам приходят, и их уже больше не одной сотни людей, и они говорят, это наша церковь. Люди, которые никакого отношения к церкви вообще не имели. Они отождествляют себя с церковью, потому что здесь они получили помощь. Какую? Это поддержка духовная, это отношения, это дружба. Это, наверное, самое главное, то, что сегодня можно как бы дать им. А для вас батьківщина – це місце, чи все ж таки люди? Это, знаете как, это, наверное, состояние сердца. Это больше люди, которые окружают. Не имеет значения, где ты находишься. Да, мы вот на протяжении 3 месяцев объездили всю Украину, и ты везде себя чувствуешь частью этого города или этого поселка, потому что здесь находятся люди, которые такие же, как ты, которые нуждаются. У нас один дух, у нас одни принципы, у нас одна, скажем, воля. Як ви думаєте, що для вас буде перемогою? Такое, знаете, абстрактное слово «победа». Победа будет, наверное, то, что люди объединятся, люди начнут помогать друг другу. Вы знаете, я смотрел вот то, что происходит в период войны. Некоторые, мне казалось, люди ожесточатся. Но произошел парадокс. В Ирпене сейчас очень много молодежи, очень много взрослых людей. И интересно то, что они не ожесточены. Они готовы помогать друг другу, они включаются. И вот, наверное, победа будет заключаться в том, когда люди объединятся вокруг одной общей цели. Это помогать друг другу, жить ради друг друга и служить друг другу. А вы попадали под обстрелы? Да. Это было на метро Черниговской. Мы как раз вот забирали нескольких женщин, и вот буквально с леса выбегают какие-то люди, и вот они начинают стрелять, мне пробили прямо колесо. Мы прямо на ходу ехали и вот смотрели, что будет дальше. Было очень тяжело понять, и было очень страшно, с одной стороны. С другой стороны, состояние было перевозбужденности, и мы не понимали, что делать. На этом колесе мы проехали до метро Дарницы, и только там мы начали его разбортировать и менять. Были такие случаи, потом, когда мы вывозили с Винницы людей, мы буквально только проехали, скажем так, показатель вот этот вот Винница, и сразу же 4 ракеты залетают в Винницу и бомбят аэропорт.
Вот такие были случаи, но ты к ним уже потом относился нормально. Почему? Потому что то, что ты пережил в Ирпене, это было и в Буче, это было самое страшное. Мы повезли продовольствие старому дедушке, который находился в Буче на улице Яблонова или Садова, я точно сейчас не помню. И вот вы представляете картину, мы заезжаем, разрушенный дом, все опаленное, валяются продовольственные пакеты российской доблестной так называемой армии, бронежилеты, все остальное, и челюсть вот этого вот солдата. И ты смотришь на вот это все, и ты понимаешь, что у тебя нету никакого ни жалости, ни сожаления относительно того, что они сделали. Почему? Потому что, проезжая квартал, мне рассказывали такие истории, что вот в этом новострое находились какие-то отряды российской армии, которые неделю насиловали, мучили и пытали женщин, детей, взрослых. И когда мы туда близко подъехали, я вам даже больше скажу, все бордюры были облиты кровью. Вот разрушений в Буче было намного меньше, чем в Ирпене, но вот насильственных смертей и всяких действий было намного больше. До сих пор мы, когда заезжаем в Бучу, там, знаете, такое, как, такое эхо вот этого плача, вот такой дух какой-то очень тяжело передаваемый. Почему? Потому что ну, там происходили действительно очень такие мучительные, скажем, моменты. И этим людям для того, чтобы прийти в себя, я думаю, понадобится не один год. Так как эмоционально они абсолютно очень, как бы, скажем так, разбитые. С одной женщиной мы общались, у нее убила дочку на вот этом Романовском мосту. Дочка, зять, двое их детей. И вот она приходит к нам за продовольствием, мы читаем с ней Библию. Я говорю, поделитесь, расскажите. И она говорит об этом настолько сухо. Говорит, а я говорю, почему вы так сухо говорите? Она говорит, я до сих пор не могу дать отчет, что происходит. То есть люди вот, прошли уже месяца, а они еще не могут трезво оценить все те убытки, всю вот эту боль, все, что происходило вот там. И когда мы заезжали на Романовский мост его просто осматривать, внизу была куча детской одежды, которая была излита кровью, куча патронов, вот этих всяких гильз. И когда мы спрашивали, что здесь происходило, то там говорили о том, что больше, чем 50 смертей было вот на этом месте. И вы можете туда приехать и прочувствовать сами. Вот даже уже прошло время, вроде бы там все застроилось, но ты приезжаешь, и эмоционально у тебя вот именно нестабильное состояние, у тебя мурашки по кожам, у тебя как бы передает вот эта вот местность, то, что, возможно, отчасти происходило вот там. Но до конца этого никто передать не может. И когда вот даже мы в церкви общались с людьми, которые приходят с вот этой болью, они, скажем так, эмоционально нестабильные люди. У них бегают глаза, у них дергаются руки. Они приходят, понимают, что им нужно продовольствие, но они даже кушать не хотят. Они пьют по несколько чашек кофе и говорят, мы даже не чувствуем его от того, что вот уже прошло время, от той всей пережитой боли, которая происходила. Когда ты идешь по улицам Ирпеня, вот в то время, когда мы приехали, ты просто смотришь, что везде валяются ноутбуки, телефоны. Оно никому не надо, но это все то, что было выброшено, то, что было разграблено. У моего соседа дом, которого я хорошо знаю, и просто мы, проходя там, смотрим, валяется фара от БТР. Мы приходим ближе, приближаемся, смотрим опаленные доллары, по 100 долларов, куча всего. Когда мы залезли вот внутрь дома, все было выброшено, все было выкинуто, и посредине вот валялись вот именно и российская одежда. Ты смотришь на это все, и ты понимаешь, что вот этот след, он настолько оставил глубоко у людей. И когда я задавал вопрос этому человеку, который там проживает, он сейчас находится в Канаде, он говорит, это взрослый мужчина, который воспитал не один, на одно поколение людей, такой, скажем, очень известный. И он говорит, Паша, я больше никогда не вернусь в Ирпень. Я не смогу там больше жить с той всей болью, с теми всеми воспоминаниями. Таких случаев было на самом деле очень много. Просто тяжело об этом говорить, потому что как-то вот оно, знаете, как оно не твое, и когда ты затрагиваешь боль и интересы других, ты не знаешь, как эмоционально правильно это все передать. И они до конца не могут сказать всю правду того, что они испытывают, потому что вот они еще находятся в пелене вот какой-то шока, стресса и всего остального, хотя уже прошло большое количество дней. Ну, мені здається, що людям все одно важливо знати, що вони не самі із своїм горем. Да, поэтому є церковь. Ми завжди, ми круглосуточно готові їх приймати. Вони у нас приходять, ночують, ми з ними общаємося. І часто люди просто от говорять якусь інформацію, для того, чтобы выговориться, им стало легче. Они, возможно, до конца даже и сейчас не дают отчет всего того, что происходило, и всем тем убыткам, которые есть. К нам недавно приехал парень на коляске. И я начинаю спрашивать у него, почему так произошло. Он говорит, я абсолютно здоровый человек. Я не был таким, говорит. Во время переживаний меня отказали ноги. Это не какие-то хирургические вмешательства. И вот он приехал, говорит, дайте мне, пожалуйста, мешок продовольствия, я хочу кормить котов и собак. То есть, а я говорю, а почему ты не заботишься о своих родных и близких? А он мне просто говорит одну фразу.
к нам прилетело, дом разбомбило, у меня теперь нету ни родных, никого. Я остался сам, живу у соседей в развалинах, и мои друзья – это коты и собаки. И теперь он приходит к нам в церковь, теперь мы его друзья. Вот таким вот образом, возможно, церковь сегодня должна активно использовать все возможности для того, чтобы помогать таким людям. Круглосуточно она должна быть открыта, чтобы люди могли приходить и не просто получать какую-то продовольственную помощь. Это было в первые дни, потому что ничего не работало, денег не было, все было разбито. Сейчас они нуждаются в духовной поддержке. И когда ты общаешься с людьми, когда ты выслушиваешь их, им становится легче. Но когда они видят тебя частью себя, и ты являешься уже ихним другом, возможно, это и есть, наверное, начало вот этого вот исцеления, которое вот должно происходить. По-другому я не знаю, как можно вот после всего вот этого вот помогать людям и их исцелять. Им уже не надо материальные какие-то вещи, а им нужна вот именно, скажем так, дружба и отношения, которые позволят им заменить тех близких и родных, которых убили или которые пропали даже без вести, и такие есть там в нашем регионе, или которые выехали. Потому что на самом деле боли очень много. И сейчас, когда вы заезжаете в Ирпень, сейчас немножко проще. Вы смотрите, вроде бы как бы что-то скрытно, но это просто расцвели деревья и закрыли все то, что происходит. Но если поехать на 10-ю, 9-ю, 11-ю линию или в район, вот, допустим, таунхаусов в Ирпене, то вы просто поймете, что ничего вообще живого нету. Все выгорело, и людей, которые там проживают, их тоже нету. И когда ты им звонишь, говоришь, когда вы приедете, они говорят, мы просто в Украину больше не вернемся. Вот такой вот, как бы, скажем, проблемой является на сегодня та война, которая происходит. С вот этой болью они живут, и они не хотят даже ничего общего, ну, как бы иметь с тем городом, в котором они раньше жили. Хотя до этого они настолько любили свой родной Ирпень, что они не представляли жизни без него. Сегодня, к сожалению, происходит другое. Но наша задача — это, опять же, не оставлять, общаться, приглашать то, что мы и делаем. И сегодня у нас по четвергам, по вторникам проходят такие встречи. Более 400 человек приходит за продовольствием. Но я вам даже больше скажу. Последнее время люди отказываются от продовольствия. Они просто приходят на группы по изучению Библии и говорят, мы хотим с вами дружить, общаться, читать, находиться вместе. Потребна поддержка. Да. Вот такая вот помощь для них на сегодня самая, наверное, актуальное, которое может быть. И они это чувствуют, они это видят, и они об этом говорят. Но вопрос в том, что проблема в людях. Очень много людей повыезжало, очень много людей занимаются какими-то своими моментами, залечивают раны. И не каждый готов полностью посвятить себя на вот такое вот, скажем, служение этим людям. Но без этого Украина, она будет, скажем так, находиться в таком маятниковом состоянии очень долгое время. Поэтому каждый христианин, он понимает свою сущность, понимает свою значимость и начинает действовать относительно вот своего призвания. Вот то, что происходит в моей жизни. У меня есть двое деток, у меня есть где жить, у меня есть чем заниматься, но я понимаю одно, что я буду более продуктивный, когда я буду служить этим людям. А как дети ваши реагируют? Моя дочка живет сейчас со мной в Ирпене. Она приехала ко мне, она живет в соседнем комнате, она со мной раздает пакеты продовольственные, она со мной общается с людьми, она молится за этих людей. Я вам даже больше скажу. Возможно, очень много боли принесла война, но есть положительный момент в этом всем. Война объединила людей, и война, она более, скажем так, открыла духовные глаза народа к Богу. И вот моя дочка, ей 12 лет, она, скажем, в таком переходном периоде находится. И я очень счастлив, что она со мной, и она делает то, что она должна делать. И когда мы это делаем вместе, Бог дает нам и силы, и желания. И я вам даже больше скажу. Мне всегда приятно возвращаться, обнять свою дочку, и она мне каждый вечер рассказывает, когда я нахожусь в Киеве или уезжаю с какой-то миссией в другие города. Папа, мы сегодня помогли такому-то количеству людей. Вот эти вот люди завтра к нам придут. Вот это моя новая подружка. Вот эта вот девочка, с которой я сейчас общаюсь, она жила напротив, сейчас она ходит в нашу церковь. Вот это, наверное, чудо, которое Бог делает даже в такие тяжелые времена. Вот. Про что вы сейчас мечтаете? Ну, наверное, больше всего я мечтаю о том, чтобы когда наступит вот победа, и вот все вместе мы, те, кто служили, помогали, вот со всеми людьми мы встретимся, и мы просто за большим хорошим столом сможем просто поделиться друг с другом о том, что происходило, как мы друг другу были полезны, как мы помогали. Ну и больше всего я, наверное, мечтаю о том, чтобы Ирпень все-таки он стал, так скажем, столицей духовной вот Украины. О, це у вас дуже гарна мрія. Да.
А скажіть, як ви думаєте, які нам виклики принесе з собою перемога? Я думаю, это больше всего это ответственность. Ответственность в том, что мы каждый, как христианин или как человек, который знает Бога, нуждается в том, чтобы нести духовные принципы и истины вот в этот мир. И, скажем так, был период, когда была афганская война, у меня был у друга отчим. И вот он приходил, когда домой, он был как бы очень как бы такой положительный, добрый. Но раз в неделю вот у него происходил срыв. Он очень сильно напивался, и вот он терроризировал всю свою семью. И я боюсь, что вот такие же самые проблемы могут наступить и в нашей стране. Почему? Потому что в любом случае последствия будут всего происходящего. И вот мы, как люди, знающие Бога, должны всеми фибрами молиться, встречаться и создавать вот такие, скажем, группы в церкви, везде, помощи этим людям. Потому что мы никак не сможем по-другому помочь, не медикаментозно, не психологически, как только духовно. Когда Бог начнет работать с ними в их сердцах духовно, тогда, возможно, вот и вот эти все проблемы уйдут по-другому, ничего не произойдет. И мы должны это реально понимать. И каждый из нас, он должен понимать о том, что закончится война, работы будет еще больше. Да. Дякую. А наша страва готова. Спасибо. Я вам честно скажу, это, наверное, самое классическое блюдо, которое на протяжении всего времени войны, вот, с которым мы сталкивались, постоянно его ели. Да, это фронтовое. Спробуйте, будь ласка. Спасибо. И пока наш гість смакує наши макароны с м'ясом, я нагадаю, как мы готовили. Наливаємо олію на пательню, и когда вона закипить, додаємо до неї дрібно нарізану цибулю та моркву. Коли цибуля стане золотавого кольору, а морква м'якою, додаємо акропу. До овочів та юшки додаємо макарони, так, щоб юшка повністю покривала макарони. Також додаємо м'ясо і обережно перемішаємо нашу страву для того, щоб тушонка зберегла гарний вигляд. І смачного, будь ласка. Як вам наша страва? Дуже дякую. Скажу вам чесно, я ошибся. То, что вы приготовили, намного вкуснее, чем я думал. Да? Ну, це приємно. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати глядачам нового християнського каналу? Наверное, самое основное – это помнить свое призвание, что Бог вас призвал с определенной задачей и целью. И сегодня, когда в нашей стране происходит то, что происходит, вот эти военные действия, а я бы назвал это больше, это вторжение российской оккупации к нам в Украину, нам надо быть бдительным и просто полностью посвятить себя на служение людям, которые нас окружают. Я думаю, этого хочет Бог, и вот это, наверное, самое такое большое пожелание. И чем больше людей к этому будет привлечено, тем больше результата и помощи будет оказано всем тем людям, которые в этом нуждаются. А их очень много. Я дякую вам дуже, що ви до нас завітали. Спасибо, що пригласили. А з вами була програма «Кулінарний фронт» і я її ведуча Вікторія Німцева. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Пишіть свої коментарі та підтримуйте нас, натиснувши кнопку «Спонсорувати». Обов'язково поділіться з друзями посиланнями на нашу програму «Країна має знати своїх героїв». Наполеон Бонапарт якось сказав, військових сил недостатньо для захисту країни тим часом, як захищаємо народом країна, непереможна. В ці дні ми всі разом стоїмо на захисті нашої батьківщини, а значить перемога буде за нами. До нових зустрічей!